Белый конь и белый китель. Кто наметом проскакал? Это Скобелев, воитель, славный русский генерал. Из семьи бойцов бывалых сам отчаянный боец. Дед его был генералом, генералом был отец. Был в походах постоянно, с ним Россия, царь и бог. В Туркестане на Балканах есть следы его сапог. Помнят Шипка и Карпаты, помнят в Полевне и Хиве, шли российские солдаты с Ак-Пашой во главе. Выходил из всех сражений на победный пьедестал. В жизни горечь поражений никогда не испытал. Да, о белом генерале слава шла и неспроста. На груди его сияли три Егорьевских креста. И народного кумира после смерти на погост на руках несли всем миру пешим строем 20 верст. Oh!
За деревней мужчины, там, где перелаз, передрались без причины Ваня и Тарас. Жили дружно, как два брата, но сошлись лоб-лоб. И один воскликнул: «Вата!», а другой: «Укроп!». Долго грызлись и катались в глине и пыли. Живые с виду, только кровь из ран. Тут Тарас воскликнул: «Диду!». «Дед?» — шепнул Иван. Так стояли и молчали, верещал сверчок. Дед Иван вздохнул печально: «Что, признал внучок?». Сквозь огонь и смерть шагали, но перемогли. На Рейхстаге написали коротко: «Дошли». А помнишь, Вань, в бою кровавом ты от смерти спас? Тихо дрогнул орден славы. Помню, Тарас. Помню, друг, под Сталинградом сильный был туман. Но вы дерьетесь, гады. Дед Иван: «Эх, забыли, видно, внуки, слезы друг из глаз. Оборвать вам ноги, внуки», — дед сказал Тарас. Покурили, замолчали среди густой травы. Мы же жизнь свою отдали, чтобы жили. И исчезли за бурьяном, начало светать, и молчат Тарас с Иван. Да и что сказать? Вспомним, братцы, Hey,